Всем привет, Сергей Флорид, и завтра я начинаю карьеру порно-артиста. Вот, но более подробно о своих планах я расскажу в конце видео, а сейчас, в ближайшие, наверное, 3 минуты меня займет, я расскажу вам, как любой человек может стать порно-артистом, актрисой, полностью избежав двух негативных факторов порно-бизнеса. Это заболевания венерическими заболеваниями и СПИДом. Первый фактор. И второй фактор — это возможность быть узнанными всеми друзьями, родителями, детьми, внуками и правнуками. Плюс еще это видео будет висеть на интернете, наверное, 50 лет. Так что, если кто-то снялся, ребята, то на 50 лет. Итак, пару дней назад мне попалась инструкция на интернете, на английском языке, каким образом человек может стать порно-артистом, избежав вот этих двух факторов. Рассказываю. Любой человек может сделать дома у себя порно-видео. Вот, с кем вы будете сниматься, это вы решаете. Вы можете сняться со своей подругой или со своим другом, с которым вы имеете секс каждый день. Все равно, то есть таким образом ваши шансы получить венерическое заболевание никак не увеличатся. Вот. Кроме того, вы можете вообще заниматься там онанизмом с какими-то игрушками и так далее, снимать видео таким образом. Вот, это как избежать заболеваний. Как избежать возможности быть узнанными? Вы можете сниматься в маске, вы можете одеть парик, вы можете одеть темные очки, вы можете одеть кулек от продуктов или чемодан себе на голову, как вам нравится. А вы или можете сниматься со спины, вот, что лица не видно будет вообще, либо вы можете отредактировать свое видео и там как-то затемнить это лицо. Вот, что вы делаете после того, как вы сняли видео? Вы регистрируетесь на одном из порно-сайтов, загружаете туда свое видео и начинаете получать деньги. Естественно, доход ваш будет зависеть от количества просмотров этого видео и от вашей популярности. Поэтому, если вам за 90 лет, то, наверное, ваша популярность будет не очень высокой. Вот. Значит, те, кто хочет начать участвовать в порно-бизнесе, я думаю, вы эти инструкции найдете сами. Но если у вас не получится, тогда напишите в комментарии, я найду эту инструкцию и запостаю линк. Но опять-таки она на английском языке, будете как-то там переводить. Теперь самое интересное, это касается моей личной работы с завтрашнего дня. Никаким порно-артистом я становиться не собираюсь. Вот. Но, с другой стороны, при условии, что человек может быть неузнанным абсолютно, может быть, я все-таки собираюсь, но буду сниматься в маске. То есть говорю я правду или неправду, никто не знает, буду я сниматься или не буду сниматься. Кроме того, сейчас, даже если сейчас я не собираюсь сниматься, может быть, через 5 минут после окончания этого видео я решу сниматься. Так что всем желаю удачи, заработайте миллионы долларов, безопасно, только купите маску. Все, пока, будьте здоровы. И приезжайте во Флориду сегодня, изумительная солнечная погода, ни одного облачка нету, температура, правда, сейчас, наверное, плюс 18, но сейчас 10 часов утра, я думаю, в 12 дня, в час-два будет плюс 25, сегодня 15 февраля. Все, пока. Удачи.